Час изменить шины. До 1 снежня водителям треба перепрануть колы своих автомобилей. Инспекторы ДАИ закликают автомобилистов не чакать до пошняга. Температура особливо у ночные годины нижайшая за нуль. И на особных участках дорог гололедится. Аварийность у таких умовах, звычайно, резко узрастае. Дмитрий Котов протягне тему. У автосервисах великого наплыву жадающих изменить шины покуль не отзначается. Многие сделали это загодя до наступления ночных заморозков. Тем не меньше заказов хапая. Шиномонтаж узначаливает список самых популярных послуг. Каштует он у среднем от 30 рублей. Однако гроши в этом выпадку не имеют значения. Я каждый год переобуваюсь вовремя для того, чтобы следить за своей безопасностью и не навредить никому на дороге. Мониторинг дорожного руху зараз на особливом контроле Державоинспекции. С завтрашнего дня у Беларуси стартует профилактичная акция. Инспекторы будут нагадывать автомобилистам об необходимости выкористания зимовых шин. Яны у приватности амаль удвоя скорошают тормозный шлях. Важный параметр – рештковая вышиня протектора не меньше за 4 мм. Нагадают инспекторы и про изменение стилю водження. При движении зимой необходимо выбирать скорость не ту, которая установлена правилами, а и складывающейся дорожной обстановки в соответствии с пунктом 87 правил дорожного движения. Хотелось бы порекомендовать все время двигаться с включенной передачей, то есть не включать нейтралку, также держать дистанцию. До зимового периода активно рыхтуются и коммунальные службы. У Гомеля на балансе автопредприемства по утриманию дорог 61 техники. Весь транспорт полностью готовы. Зараз идет на рыхтовка песчано-соляной сумеси. Песок сдобывается у карьерах, соль поставляет Беларусь калий. После у специальной установки компоненты смешивают. На данный момент песко-соляная смесь заготовлена в достаточном объеме, чтобы обеспечивать безопасность движения на дорогах города. По мере необходимости объем песко-соляной смеси будет дополняться. На особных участках дорог уже ведется посыпка. У зимовый период предприемство працуя во взаимодействии с Державоинспекцией. Суместно забеспечивают порядок на дорогах. А у вынику возникновения экстренных ситуаций оперативно их ликвидуют. Водителей, которые гребуют уластной безопасности и жителями инших, попереживают. С 1 снежня за отсутность зимовых шин погрожает штраф. До одной базовой величины в первый раз и до 5 при повторном порушении. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадио, компания «Гомель».